Хей-о! Здорово, бандиты, с вами как всегда Левкин. Только я вчера сказал, что не хочу больше открывать кейсы, сколько можно. Но папа подумал иначе и выпустил тачки. Сегодня у меня аккаунт на открытии, потому что я купил квартиру, ты можешь меня с этим поздравить, и потратил все свои бабки. Вообще, все, ноль. Тем не менее, один важный человек написал моему человеку, в итоге эти два человека свели нас с другим человеком, и я получил аккаунт на открытие, за что парнишке, конечно же, спасибо. Сейчас мы посмотрим на его аккаунт и откроем, собственно, тачек на 240 тысяч UC. Многовато, да, кажется. Но, тем не менее, посмотрим, что из этого получится. Я желаю тебе приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. От слов переходим к делу, оказываемся на аккаунте. Прошу прощения, оказывается не 240 тысяч UC, а 263. Аккаунт принадлежит некому Godfather, a.k.a. крестный отец, если по-нашему. А статистику особо, думаю, смысла чекать нет, потому что человек ничего не наиграл еще абсолютно. Ну и ладно, ничего страшного, может он кейсы открывает, ему нравится, без понятия. Давай перейдем в клан, клан $1 попросил рассказать немножечко про клан, в общем ссылочка на него в описании, можно вступить, там есть некоторые интересные конкурсы, можно поучаствовать. Короче, такая вот история, ну и собственно все ссылочки вообще как всегда в описании, там моя телега тоже и дискорд, в общем ты знаешь что делать. Что ж, переходим, наверное, к автомобилям, хотя я бы посмотрел еще на лабораторию, что у нас есть по пушкам, а тут на самом деле очень-очень много всего, и большинство из них прокачано, ну, кроме каких-то неинтересных пушек, да? Есть юмпик, есть авик, кстати, вот этот авик прокачанный, я его не добил, мне не понравился. АКМ не прокачан, СКС прокачано, но я не знаю зачем, кто вообще стреляет с СКС, непонятно. Куча-куча всего разного, вот у нас здесь 7 морей, причем золотой, да, то есть уже продвинутая форма. Ну, продвинутая форма в смысле не красная, а прям золотая, next level. Что ж, что еще есть из интересного? Так, миник прикольный. Да, с пингвинчиком. Дальше у нас Call of the Wild, Зов предков, если я не ошибаюсь. АКМчик, Золотой вектор. В общем, куча-куча всего интересного. Даже Blood and Bones прокачано, что, конечно же, классно. По инвентарю. Ну, само собой, разумеется, мумия, да, уже здесь на аккаунте, с касочкой, Blackpink, вообще все костюмы на свете. Я не знаю, есть ли костюмы X, а вроде бы как нет. Нет, есть X-ы. Этот не прокачан? Нет, прокачан. Окей. 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 Жестко. Что ж, я-то хотел посмотреть, конечно же, на автомобили. У нас здесь фиолетовый Урус. Прокачанный, конечно же, УАЗик. Да, УАЗик прикольный, мне нравится. Блин. По седанам. Конечно же, есть Теслы, есть розовая, есть серебряная. Что еще? Ну, здесь вообще, конечно, борщ. Все ламбы. Еще один Кёнигсек и Макларен. Ну ладно, давай будем выбивать. Давай уже отправляться, потому что что-то тут ходить вокруг да около. Посмотрим заставочку, что они нам тут. Что они нам тут такого интересного сделали. Не, ну пап, конечно, борщит в последнее время. Ты согласен? Что-то правда очень много кейсов. Я прям не знаю, куда от них деваться. Такое ощущение, что они бесконечные. И кто-нибудь вообще играет еще? Или все только кейсы открывают? Так. Еще какая-то у нас скрытая тачка, да? Ну, я посмотрел, что у нас здесь есть по автомобилям. Так, можно посмотреть обмен. Ну, здесь-то ничего интересного такого, да? Костюмы и костюмы, как бы черт с ними. Брелочек прикольный, кстати, машинка. Цвета такие себе. Ну, первый классный, да, за троечку. Зеленый никакой, как по мне.
невзрачный. Остальные тачки у нас уже были. Мы их уже видели, их просто добавили еще раз по новой, да, для тех, кто не успел. Такая у нас с тобой есть черная. А, по-моему, дача у нас есть с тобой. Да, дача у нас такая же с тобой есть. Мне абсолютно не нравится эта машина, потому что она ни черта не едет, абсолютно. А, наша с тобой задача — выбить вот эту тачку и выбить зеленую. И получить какую-то там скрытую. Давай попробуем. Стартуем. Ладно. А как работают эти рулетки? Я уже забыл. Давай аккуратный разгон. По-моему, 3 раза можно сфейлиться, да? И после этого мы сможем уже перейти на следующий уровень. На более дорогой. И сфейлиться еще там. Столько же раз. Так, ничего пропустить не получилось. Лады. Тачки — это, конечно, хорошо. Это все прикольно. Но дело в том, что... Ты помнишь, вот когда добавили АМР-ку? Да? Ну, совсем недавно. А какая пушка была добавлена до этого? Вот, вот я тоже вот сразу сходу не могу вспомнить. И вот, вот в этом вся проблема-то. Почему в игре так, так мало изменений? Зато костюмов, пушек, тачек хоть добавляй. Я понимаю, что это деньги, но у людей должен сохраняться какой-то интерес к самой игре. Папка это ведь не про кейсы. Это ведь не про скины. Хотя сейчас, наверное, уже стало именно так. Ну, хочется играть? Не очень понимаю. О, мы какой-то уровень скипнули, или мне показалось? Не, не скипнули. Так, остается совсем немного, мы на 5-м. Не знаю, идет ли папка правильным путем. Я бы, наверное, так не сказал. Потому что чё-то мне не очень нравится то, что происходит. Так, конечно же, мы не сможем так прокачать, да? Окей. И ластовый раз. Отлично. Так, забираем, получается, 2 купона. Хорошо. И нам нужно пройти еще один круг, чтобы забрать ту самую машину, которая стоит у нас 3 купона. Мы потратили, блин, 40 тысяч. Офигеть. Не, ну это дорого, конечно. Ладно. Черт с ним. Попробуем, посмотрим. Ну, в принципе, не очень интересная сама по себе рулетка. Потому что, ну, единственный интересный момент, который в ней происходит, это либо ты сразу же переходишь на новый уровень, ну, либо еще один вариант, ты проскакиваешь один уровень. Много там пропустить точно не получится. То есть сначала рулетки ты не стартанешь там до 7-го уровня внезапно с какого-то перепуга. Здесь как бы ребята все продумали, да, деньги они зарабатывать умеют. Вопросов тут к ним не имею просто. Эх, Кёнигсек еще такая тачка. Ну блин, ну это не Ламба. Ламба, конечно же, это другой разговор. Ламба вот прям само название за себя говорит, да? А скажи, Кёнигсек, во-первых, хрен выговоришь, а во-вторых, ну окей, Кёнигсек. И что? Давай докачаем. Так, ну и остается нам еще один уровень. Я надеюсь, человек не сильно расстроится, что мы ему 1 купончик сверху заберем. Правильно? Правильно. Пусть лучше будет 1 запасной, чем... Тем более денег до хрена. Че их жалеть, да? Так, погнали на обмен. Забираем, получается. Так. Отлично. Хорошо. И нам еще надо забрать зеленую. Лады. Мы ее забрали. И где-то должна открыться желтая, я не знаю. И в общем, продолжаем. Поговорил с владельцем, крутим дальше, ждем какую-то желтую дачу. Я без понятия. Окей, мы на 2-м уровне. Что за чудеса? Ой, не желтую дачу. Желтую РБшку. Желтый Кёнигсек. Лады. Ну, у нас сейчас задача забрать с тобой еще 2 купона.
забрать красную РБшку, да, ластовую, которая осталась, и потом посмотреть, сколько купонов стоит эта желтая дача. И затем уже выбивать ее, открывать и так далее. И остается 188 тысяч UC, да? О, а что-то мы какой-то уровень пропустили с тобой, ладно. Неплохо. О, еще лучше. Ну, сейчас будет 3 прокрута 100%. Прям отвечаю. Ну, я же говорил. Как иначе-то? Пабг знает свое дело. Так. Я, кстати, прошу прощения, не обратил внимания, что мы там выбили с тобой 2 купона, затем еще 2, и как раз мы все потратили. То есть разноцветная стоила 3, а зеленая стоила 1. Поэтому... так, надо вернуться. Поэтому купонов вообще не осталось. Ну, на данный момент, конечно же, есть уже. Да, мы можем забрать красненькую. Хорошо. Блин, дорого. Не, это правда дорого. Имеет ли это смысл? Хорошо. О. Ну, окей. Точно так же, как было с ламбой. Фиолетовой, да? За 4 купона она у нас открывается. Ну, надо придумать, что с этим сделать. Поговорил с окопом, а.к.а. владельцем аккаунта, а.к.а. годфазером, а.к.а. крестным отцом. Что у нас получается? Мы можем выбить еще 3 купона, ну, скорее всего, 4, и забрать эту РБшку. Но при этом за каждую новую выбитую тачку мы получаем скидку. То есть мы можем забрать 3 тачки по одному купончику и забрать в итоге, получается, новую РБшку. Давай, наверное, так и поступим. То есть из всех тачек мы не заберем только лишь мифическую дачу, которая такая разноцветная, да, и стоит 3 купона. Но, как по мне, она бестолковая. Просто она у меня есть, и она ни хрена не едет. Она еще большая такая, неповоротливая, неуклюжая. И я не знаю, почему ее не пофиксили. Может быть, сейчас, да, вышло обновление и что-то поменялось, но я очень сильно в этом сомневаюсь. То есть Tesla в этом плане намного лучше, намного круче. Во-первых, она без звука. Во-вторых, она нормально едет. Почему Koenigsegg так сделали, мне непонятно. Ладно, давай будем продолжать потихонечку. Заберем еще 2 купона, посмотрим, что из этого получится. Действительно ли так работает скидка, как я предполагаю. И сейчас будем, собственно, будем ждать. Давай, наверное, скипнем, а то что-то как-то долго это. Так, ну-ка, кыш. Так, понятно, мимо кассы. Опять мимо кассы, что такое? О, найс, 5-й левел, хорошо. Ну, машины, как обычно, конечно же, как обычно ведут себя эти рулетки. Блин, я прям не знаю. Ребята из PUBG сделали хорошую игру. Но проблема в том, что они еще очень хорошо научились делать бабки. Научились делать кейсы, рулетки, как бы. В этом плане умение им просто не занимать. Так. Забираем 2 купона. У нас в сумме получается 3. Давай попробуем обменять, наверное, на что-то. Ну, давай дачу заберем, да, черную. Посмотрим. Нет, давай белую. Хоть черная. У меня черная есть. Хотелось бы посмотреть на белую. И что же у нас получается? Да, теперь это стоит 3 купона. То есть мы забираем сейчас еще. Я не знаю. Давай заберем черную. Хорошо. Отлично. И у нас остается еще один купончик. Да, здесь уже стоит она 2. По идее, как вариант, забрать что из этого? А, таких тачек у нас тоже нет. Давай белую. Просто у меня тоже черная есть. И вот белая выглядит интереснее. Почему я не забрал белую? Хотя я бы забрал белую и, наверное, думал бы, блин, почему я не забрал черную? Окей. А подожди. Знаешь, в чем проблема?
У нас вот здесь еще имеется черное. И если мы заберем еще одну, будет ли она бесплатной? Вопрос. Ладно, в любом случае надо покрутить, забрать купоны, правильно? У нас просто остается две невыбитых машины. Ну, помимо вот той самой последней, скрытой, да? Почему это так работает? Она залагала или мне кажется? Ладно, давай докрутим. Прям интересно. Да чтоб тебя. Не везет прям. Хотя везение это тут, оно такое, условное. Ты просто чуть больше денег можешь сэкономить. И то не факт. А если ты где-то сэкономил, то в каком-то месте ты больше потратишь, скорее всего. Так, мимо кассы. Опять мимо. И забираем два купона. Правильно? Правильно. Ну, я очень надеюсь, что мы сейчас заберем ластовую какую-то из машин. Вот видишь, у нас этой тачки нет. И вот если мы заберем черную, я очень надеюсь, что желтая будет бесплатной. Так. Да, действительно. Фух, я уж думал, придется еще потом круг проходить. Ну его. Найс. Не, выглядит она, конечно, хорошо. Борза достаточно, да? Ну прям... Ну прям неплохо. Блин, новых тачек вообще капец просто. Сколько? Какое их количество? Так, ну это дача, это нам не интересно. И здесь у нас тоже очень много автомобилей. Так, давай, наверное, вместо Макларена воткнем. И вместо одной из ламп. Так, что бы нам еще посмотреть такого? Я думаю, что остальные тачки уже особо не интересны. Ну, давай красную посмотрим. Нет, не красную. Да, красную. Как она в игре выглядит? Сходим, глянем. Ради интереса просто. Так, давай добежим, посмотрим. Это у нас РБшка, да? Действительно, это у нас РБшка. Сейчас и чекнем. Почему-то первое лицо не работает. Интересно. Все. Не прожималась кнопочка. Но звук неплохой. Так, нам еще нужно сменить, да? Посмотреть синенькую. Ну, я бы не сказал, что красная намного хуже выглядит, чем синяя. Вот твое мнение. Скажи, пожалуйста. Красная тоже что-то необычное. Она, конечно, и стоит дешевле. И как бы... Ну, я прям не сказал. Красно-оранжевая она. Я просто думаю, что мне выбивать в итоге. Ну, не знаю. Ты как думаешь? Ну и давай, конечно же, глянем золотую. Не, ну тут-то, конечно, это, конечно, борщ. В этом плане они молодцы. Да, сделали как ламбу. Я думаю, что на максимальной графике она еще лучше выглядит. Ну, неплохо, неплохо. А копа можем поздравить, да, с таким приобретением. Братан, ты потратил кучу бабла на пиксели в игре. Я тебя поздравляю. Мы прям всем каналом тебя поздравляем. Ладно. Ладно. Так, я поменял графику на максимальную. На ней, конечно, никто не играет, да? Но, тем не менее, выглядит это все хорошо. Многие просто жалуются, что Женек, надо максимальную графику включать, чтобы было понятно, да? Что они там наделали.
В общем, я написал владельцу, и он, в принципе, доволен. Но, говорит, женек, братан, давай ради контента сделаем с тобой фулл-рулетку. Вот прям заберем все тачки, которые есть, чтоб можно было спать спокойно. Что ж, хозяин-барин, как говорится, у нас, по идее, осталось 84 тысячи UC. Мы сейчас быстро пролетаем этот круг, забираем два купона и забираем, собственно, ту дачу. Ну, если честно, я бы, наверное, не стал ее забирать. Но, тем не менее, если есть такая возможность, да, почему бы этого не сделать? Человек явно, ну, раз такими деньгами владеет, то знает, на что идет, да, и ему как бы виднее, я его отговаривать, конечно же, не стану, мне тут кнопки потыкать несложно. Да и тебе будет что посмотреть. Правильно? Правильно. Все счастливы. Я думаю, что у нас еще останется, да, там полтосик. А, чуть меньше. Ладно, окей. Последний уровень, конечно же, нельзя пролететь за одно нажатие. Там на три раза сфейлиться обязательно. Все, идем в обменник. И забираем last дачу. Готово. Офигеть. Просто все тачки. Ты посмотри, ни одной не выбитой просто не осталось. Мы все забрали с тобой. И это классно. Что ж, наверное, на этом на сегодня мы будем с тобой заканчивать. Открытие получилось очень жирным. Наверное, самым крупным, которое мы когда-либо с тобой делали. Да, спасибо владельцу аккаунта Акопу за предоставленную возможность. Еще раз напомню про клан, да, что ссылочка на него у нас находится в описании. На этом я буду с тобой прощаться. Увидимся в следующем ролике. Я надеюсь, что никаких кейсов PUBG больше не выдумает, и мы с тобой сможем нормально, наконец-таки, поиграть в PUBG, а не постоять в лобби и не пооткрывать кейсы. Что ж, на этом на сегодня все. Я с тобой прощаюсь. Встретимся на просторах PUBG. Всем удачи и пока. Боже, кто-нибудь остановите этого человека. Он попросил забрать еще одну монету. Окей. И ему нужно именно одну, да, кому-то хочет подарить. Наверное, какой-то девочке, чтобы она была счастлива и ездила там на своей красненькой, красивенькой машинке. Ну давай, нам-то не сложно, правильно? Давай откроем. Совсем, ну, я думаю, что это будет недорого. У нас было 46 тысяч UC, да? А сейчас мы, я думаю, ну, где-то в двадцатку должно уложиться, как по мне. Потому что последний уровень сколько у нас занимает? 20 с лишним, да? Давай попробуем. Так, 2500. Снова 2. А, нет. Пролетели. Найс. И? Ну давай. Эй! Все. Остается 19, и нам уже тут точно не хватит на следующие прокруты. Все, забираем один купончик. Окей. И выходим больше отсюда. 6.